А, вонища какая. Сраный пёс. Так тебе и надо. Ох, чёрт. Вашу мать. Да, паршиво. Как они тебя? Замечательно. Сталкеры. Thank you.
недалеко. Больно. Так, спущусь на улицу. Надо идти. Должен же где-то быть выход. Сиэтл. Заберите меня отсюда. Так, ладно. Где я хоть нахожусь?
Пайонир Сквер. Так. Я здесь. А больница вот тут. Срежу через парк. Черт. Какого хрена? Замолчи. Тихо! Тихо! Получи. Боже, это и есть шрамы.
Неважно. Больница. Попробуйте только повесить Нору. Зашла. Тут можно пролезть. Есть план, я вам расскажу. Только... Слушайте... Не ворони полны греха. Меня заставили! Так пусть познают они мою любовь. Нет! Чёрт! Господи. Теперь он свободен. Теперь он свободен. Найдите оставшихся. Да направит нас она. Ты слышала, что сделала Лили? Слышала, стыдобище. Но я не удивлена. Ну а сестра-то? Я был в шоке. Мне мать жалко. Она должна была почувствовать, что что-то не так. Не смей. Thank you.
замолчи. Много псов сегодня пало. Аминь. Но их численность меня беспокоит. Они стягивают силы. Спокойно. Наши разведчики все видят. Нас врасплох не застать. Да успокоится буря. Да направит она нас домой. Джошуа, видишь что-нибудь? Не, ничего. Тихо! Получай. Ах ты, ублюдок! Чем ублюдок? Я знаю. Господи, Боже! Ах да, больница. Попробуем. Я надеюсь, ты там, Нора.
нашли ее! Черт. Она сбежала, когда менялся дозор. Прочесываем район. Вдруг она еще здесь. Айзек будет недоволен. Да уж. Только не смотрите сюда. Побег? О ком они вообще говорят? Вздумай закричать. Не надо. Ты знаешь девушку Нору? Знаю, да. Где она? В госпитале. И где в госпитале? Они зачищают верхние этажи. Она где-то там. Черт. Ну нахрена? Говорят, скоро заканчиваем. Хорошо. Меня на базе подруга ждет. Ты издеваешься? Вы опять вдвоем... Надо идти наверх. Эй, мы нормально справляемся. Не сомневаюсь. А, так нечестно. Я тебе говорю, замути солдатам. Тогда и на дежурствах будет веселей. Ага. Буду иметь в виду. Черт. Шрамы подбираются все ближе. Надеюсь, это наши валят тех уродов. Эй, не в курсе, почему всех вызвали на базу? Говорят, Айзек хочет взять под контроль весь центр. Вроде как планируется дать им бой. Да ладно. После того, что было в тот раз, Айзек же не совсем псих. Ну, так говорят. Ерунда. Серьезно. В паре кварталов от базы. Я видела своими глазами. От этих картин грамот мне не по себе. Слышь, это средство. Они так близко подобрались. Не знаю. Черт. Замолчи. Тварь.
смей. Тварь. Нора, это ты? Если бы лучше охраняли, может, Эбби никуда бы не делась. Когда Эбби была здесь? Я не дурак. Говори, куда она направилась. Когда Айзек спросит, что случилось, я ему изложу свою версию. Флаг вам в руки, а меня работа ждет. Нора! Я из-за нее подыхать не собираюсь. Не бойся. Не кричи. Поставь это. Помнишь меня? Да. Да, ты помнишь. Что тебе нужно? Эмби была тут. Где она?
Я не знаю. Выстрелишь? Сюда сбежится вся база. Но ты сдохнешь. Скажи, где она, и может, я тебя отпущу. Мы могли тебя убить. А стоило бы. А может, просто стоило не лезть в Джексон? Где Эбби? Ты все еще слышишь крики? Что? Я слышу их каждую ночь. Да. Да, этот гаденыш получил по заслугам. Ах ты, сука! Помогите! Нарушитель! Люди, на помощь! Сюда! Нора! Тебе не сбежать! Стреляйте! Нет, нет! Попалась! Куда идти? Нет, нет! Стой! Спускайся! Вон она, вали ее! Надень маски! Хренали, питание включено. Черт с ними. Найти нарушителя. Щукуны. Нора была без маски. Хрен его тут делаем. Мне плевать. Ее надо найти, а этого чужака убить. Замолчи. Здесь чужой! Убью! Привет, Нора. О, боже, боже.
Дебби. Ты можешь дышать спорами. Это ты. Ты из цикад? Никаких цикад больше нет. Где Эбби? А я все равно умру, с чего бы мне что-то говорить? Я могу ускорить смерть, а могу продлить твои мучения. Подумай о том, что он сделал. Сколько народу из-за него погибло. Последний шанс. Я свою подругу не сдам. Ах!